Друзья, мы сегодня были на рынке Черши. Уже вечер. Мы немножко отдохнули. Я монтировала для вас ролик. А сейчас мы идем на пляж. На тот пляж, который мы вчера проходили. И Маруся решила сегодня поплавать. Все сейчас покажем вам. Оставайтесь с нами. И мы всегда с Шанелькой ходим. Шанелька всегда с нами. Я хочу, чтобы она сегодня с нами поплавала. Шанель тоже будет плавать. Чуть-чуть. Ну вот, друзья, добрались ровно из нашего отеля, апарт-отеля, пешочком, спокойным шагом, 15 минут по набережной. Так, здесь у нас есть душевая, попередевалка тоже. Вот, это такой городской пляж. Прямо в центре Мерсина, района Нишахир. Вот так вот люди отдыхают. Сейчас Маруся будет плавать. Ну вот, Шанель рвется, рвется. Сейчас я тапки свои сниму. Кроксы, кстати, удобные. Пойдем. Не надо, здесь люди. А то тут ты мог, ты любишь. Ничего страшного, я. О, живота, парное молоко. Парное молоко. Вот Маруся побежала. Шанелечка. Очень теплая вода. Маруся в новом купальнике. Лайки вчера купили. Маруся там плавает. Ой, удовольствие. Какое удовольствие. Ругается на тебя. Можно я отпущу? Вот сюда немного отойдем, она поплывет к себе. Давай. Можно? Да. Представляешь, как она ворчала на тебя? Да, я слышала. Вода бомба. Пойдем немного в аквариум. Хватит. Далеко не надо, Марусь. Поближе, поближе. Ой, Шанелечка плывет. Папа деток туда-сюда развлекает, ходит у меня перед камерой. Ой, да, она мочилась. На вам, туда комната. Маруся что-то там то ли танцует, то ли поет. Зато он находится в центре города, не надо никуда далеко ехать.
муниципальном районе, в пригороде не хочу. А где Маруся? Ищет Маруся. Маруся плавает. Маруся плавает. А Шанель трясется. На самом деле на улице очень тепло. Просто для нее это впервые закутала Марусина полотенце, которое мы сегодня купили. Маруся говорит, да ничего, я обсохну. Главное, чтобы собаке было комфортно. Вот теперь Шанелька так вот сидит, ждет Марусю. А Маруся в воде, не хочет вылазить. Ей там классно. Там классно. Да, Шанельчик. Ползет мой крабик. Шанельчике лапку что-то запутала лапку. Шанельчика, греешься на солнышке, да? А где Маруся? Вон Маруся. Пойдем к Марусе. Где Маруся? Пойдем, пойдем, Маруся. Пойдем, пойдем. Пойдем, вон Маруся. Вон Маруся идет. Вон Маруся. Маруся обалдела. Обалдела от такого моря. Ну, расскажи, Маруся, как, с чем сравнить? Как египетская? Я египетская не помню, я только это помню в моем сердечке. В твоем сердечке только это море? Ну, замечательно. Класс. А ты вот перед вылетом была на пляже нашего моря, Прибалтийского? Это вообще... Холодное, да? Я не знаю, как там говорится. Ну, холодная у нас. Да. Не поплаваешь. Походишь, подмоешься, как говорится. Да, я плавала тогда. Тоже плавала, ну, ясненько. Пошла дальше. Ну, давай, иди плавай. Дети вообще из воды не выходят. Классный город я выбрала для жизни. Кто здесь уже был, а кто не был? Город нет. Маруся местная звезда. Вот так вот. Вот так вот она. Акробатика у нее пошла. А чем еще заняться, скажи, на пляже? Марусечка, как твой день сегодня? Хорошо, я накупила себе ну, чуть-чуть косметики, сумочку и все. Не помню, что еще. Соки, очень вкусные соки пили, свежевыжатые. А мы сейчас пойдем гранаты поискать. Да, вон там вот, в городе. Вот там вот мы ноги помыли. О,
Дети там всем моют ноги. Ой, дети с обручами. Мама, сложно велосипед. Вот люди отдыхают хорошо, кайф. Вот такой вот. Узнаете, да, мы вчера с вами тут прогуливались. А сегодня мы с пляжа. О, целая свора. Возьми на руки. Возьми на руки. Возьми на руки, Марус. Шанель рычит. Я в шоке, потому что я немножечко переживаю за Шанель. Видите, это друг на друга. Так они хорошие, конечно. Мышцы, собаки, вон там сияли. Да. Маленькие такие. Ой, благодать. Это как жизнь на курорте прямо. Жизнь курорт сплошной. Ой, там, по-моему, кошечка. Пойдем покормим. Шанель такая серьезная дама. Серьезная моя Шанель. Пальмы, 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 пальмы. Шанель. Шанель, дорогу знаешь в апартаменты? Ну, веди нас, веди. Такое дерево. Ну, красота же, да? Любуйтесь. Это Мерсин. Сейчас будем переходить дорогу. Здесь, короче, переходит улицу там, где кто может. Машины никогда не пропускают, поэтому мы ждем, когда машин не будет, и тогда перейдем. Готовься, Маруся. Кажется, машин становится меньше. И мы сейчас с тобой прыгнем аккуратненько. Побежали. Вот так вот. Это вам не Эстония. Здесь пешеход не прав. Здесь прав всегда водитель. Даже если будет пешеходный переход, вы будете стоять хоть полчаса стойте. Хоть поставьте хоть одну ногу, вторую ногу на этот пешеходный переход. Никто не пропустит. Вот. Это домики, люди здесь живут. Это квартиры прямо. Вот круто же, да? Здесь живешь, перешел дорогу. На набережной. Пошел плавать. Эх, красота. Красоту вам вечернюю.
для своего инстаграмчика буду снимать. Ну вот, друзья, и побывали вы с нами на пляже. Сейчас мы направляемся уже в наши апартаменты. Зайдем в кафешечку, в которой мы вчера ужинали. Но мы там сидеть не будем, потому что Маруся в мокром купальнике. Мы просто возьмем с собой лепешки такие, гюзлеме. Ну и дома покушаем. Вот, друзья, в этом же кафе мы, что вчера. Но мы здесь не будем оставаться. Нам сказали 5-7 минут подождать, пока готовится. Вот это блюдо гюзлеме. Лепешки такие. Вот такая цена, Лера. Чай. Угощает чай. Спасибо. Спасибо. Вот это кафешка. Очень вкусное гюзлеме. Покажи. Вот. Будет нам... Тут будут картошечка, а тут будут сами эти гюзлемешки. Там и помидорки. Да. Ну, сейчас поужинаем. Видите, как у нас темно уже. Да, здесь рано темнее. Около нашего отеля в Сайзе. Какой рыбный ресторан. Заказывайте, вам готовят. Вкусненько так. Сидят, кушают. Ресторан Лиман. Кукурузу будем брать. А сколько? Если я надежу, то я буду собрать. Еще один ресторанчик. Вечером Мерсин преображается. Ну вот мы и дошли до нашего отельчика. Где находить? Помню. Пойдешь еще гулять с ней, нет? Вон, Шанелька уже знает, куда бежать. Да, куда бежать, всегда бежать. Вот, прогуглите название, друзья. Очень приличный. Бюджетный. Мы заплатили сутки 21 евро. Я же говорю, что никого нет. Ну, сейчас подождем, он побежал. Мы его встретили. Пойдем погулять.